Привет, уважаемые зрители, с вами Денокс, и мы идем дальше. Что я только что видел? А, засранец, ты скрылся от моего взора, но тебе не избежать моей ярости. Или как там говорится. Так. Стольничек! Так, ладно. Идем отсюда. Ай, 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 придурок. Отлично. Фух, значит так, перезарядчик. А я слышу какие-то странные звуки. О, нет, чувак, нет, нет. Кстати, меддрон-то. Он уже все. Пусть дропается. Он все равно по единице восстанавливает. Ну вообще никакой меддрон. Зачем он? О, я знаю сейчас, что будет. Где у нас тут гранатки? МП-граната. Обычная фраговая граната. Давайте обычную экипируем. Как раз вот на таких тварей. Оу! Нет. Вали. Оу. Кажется, тут была... Ну, вы поняли, что тут было. Ладно. И, кстати, дырка в полу, по-моему. Сервомоторы. В награду мы получили. Ну да, это прям очень радует. Не, вы чё? И слушай, что, дверь что ли сейчас? Нет, прикиньте, я сейчас дверь, в общем, долбанул. О, ну да, 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 давайте, давайте. Да. Как там кто-то правильно сказал, сейчас у меня будет... А чё, кто-то там, один комментарий был. Подождите, а вот это мне зачем нужно? И это мне не нужно. Ну, пусть будет на всякий случай. Я не жадный. Так, чувак, умри. А что я хотел сказать там? Да, у меня все будет забито этими рюкзаками, потому что... Ну, а что делать-то? Ну, серьезно, а что делать? Вот вы знаете, что делать? Я нет, между прочим, у меня лазерная винтовка. Самое сильное оружие будет после того, как я... У меня кончатся патроны вот к этой винтовке, к тяжелой. Не факт, что я найду еще патронов к тяжелой винтовке. Не факт, что я их вообще сделаю даже. Поэтому, если я вдруг не сделаю, то... О, ого, ого, класс. Ух ты, мы получили рецепт ручного станера. Интересно, давайте посмотрим. Стоп, рецепт. Хэндстанер. Хэндстанер. Ручной станер, естественно, станет. Как можно догадаться. Ладно. А что насчет монстров? Вот это вот. Таксоид. Это вот вообще просто. Что хотел-то? А, вот Light Security Bot, Средний Security Bot. И вот мы встретили тяжелого Security Bot'а. Тяжелого. Мы пока что МК-2, МК-3 мы не встретили, видимо, еще впереди. Варбот тоже, да. Да, вот это вот как раз штука, которая дезинтегрирует рандомный предмет в моем инвентаре, попав в меня один раз. А, это командор был? Ну, неплохо, неплохо, он с гранатометом там ходит.
В общем, такие вот монстры у нас. Что с мессагом? Мы не сможем расшифровать до конца наши мессаги. Нет. Довольно-таки печально, я бы сказал. Ну, а как мы это расшифруем, по-вашему? I must. И что-то там, что-то там. Ну-ка давай. Чего? А что случилось-то? И не расшифровал, что ли, до конца? Не понял немножечко, что случилось. Ну ладно. Все, окей. Идем дальше. Небольшая заминка сейчас была у нас. Открывайте. Кстати, локпики. Ну, отмычек надо. Отмычек надо наделать. Хотя нет, не надо. Два augmentation bay. Ну уж извините, гранаты я на вас не потрачу. Офигеть. Да, гранаты я на вас не потрачу, это точно. Хрен вам, а не тратить гранаты на это. Два augmentation bay, это же как повезло. Мы сейчас можем нехило так поднять, наверное, рандомный параметр. Да, brains подняли. И сейчас, наверное, поднимем хоть бы finance. Потому что мне сейчас finance нужен больше, чем... Ну, increase your speed, конечно, да, может быть. Оу. Локет дор гамма. Дельта. Ну давайте, давайте. Все отлично. Просто отлично, в кавычках. Ладно. Ух, пойдем с этого края будем изучать. Ну, ну тут ничего интересного, естественно, да. Ой, ну. Оу, оу, оу. Случайно обнаружил, что... Кстати, самое действенное. Press X to win. Так, все, сюда давай. Локпик, конечно же, потратим. Дальше, не знаю, механик электроника, ну хрен с ним. Heal weapon, вот это оружие. Ну и последнее, последнее что? Ну не на дешифер же, нет. Не на копье, не на ловушки. Зачем ловушки нам? У нас гравитационные ботинки и нет ловушек. Мили, форджинг. Мили! Точно, мили. У нас мили неплохо так идут. Так, давайте. Хоп, хоп, хоп. Ну, тебя мы так убьем, конечно. Ладно. Ну, блин. Хайверворкеры кто? И кто-то. А, вон, 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 вверху все вижу. Medical Security Bot Part 1. Раз, два, три. Блин, ну надо было одну, наверное, пустить. Ладно. Зол-пупы уже выдерживают столько выстрелов. Просто похвально, ребят. Блин, ну тебе я, конечно, вот так. Все. Не, ну серьезно, смотри, сколько выстрелов они выдерживают. Невероятно. Что я могу сказать? О! Ну ты просто капец, конечно, какой сильный. Давай, да, я тебя прикончу. Смотрите, как я сейчас прикончу. О, о, вот так вот. А, все. Да я уж сколько ключей этих подобрал, блин, сколько можно? Ладно. Перезарядка. Перезарядка, блин, а что так тормозит-то? Да, вроде ничего не тормозит. Норм.
Странно только, что все равно тормозит. Ну ладно. Ладно, у нас есть только один выход сюда. И давайте сначала низ проверим. Чтобы не возвращаться уже к нему. О-о-о-о. Да, похоже, в медицинский отсек мы не попадем даже под страхом смерти. Оу. Оу. Ни хрена себе. Так, ребят, тут нужна, в общем, тяжелая артиллерия. Даже не знаю, наверное, вот так. И вот так. Что? Что? МП-граната одна? Как так? Одна МП-граната, что-то с ней... Они испортились, что ли? Не понял. А, это пенетрейшн. Понятно все. Так. Вот так тогда. Черт! Он все гранаты мои потратил. Зараза! Слушай. Вот так тебе. Офигеть. Он все гранаты мои потратил. Да как так-то? Слушай, чувак, ну ты... Жесть. Жесть, ребят. Что могу сказать? Зашли, называется, в комнатку. В исследовательскую лабораторию очередную. Ну да, руины. Да. Ладно, пофиг. Перезаряжаемся. Вот это мне не нравится, вот как там какие-то звуки, типа кто-то идет. Отлично. Так, теперь берем вот это. Офигеть. Давайте вот такое увеличение, пожалуй. А вот теперь уже на автомат переключаемся. Так. Нифига себе. Как так? Слушайте, они уже посильнее стали, видите? Да ёлы-палы ж, вы ж... Да вы что ж такие-то? Ладно, все, эквипну. Потратили все гранаты, да? И пускай, господи. И валяются совершенно ненужные мне предметы. Зачем? Так, понятно. Смертник. Смертник, да? Сколько у него жизней? Можно сказать как-нибудь, узнать? Нет? Ну да, да, давай, постреляй немножечко. А я быстренько открою вот эти вот ящички. Кстати, можно уже приблизить вот так. Что у нас там валяется? О, да неужели? Rifle parts, на который нет места. Да, мне не нужно, собственно, их. Да, мне не нужны. У меня и без них хватает. Чувак, чувак, извини, что я тебя не заметил сразу.
Но у тебя гранаты так полезные, так нужные мне. Прости, я тебя убил, да? Ну, ладно. С кем не бывает, я не хотел. О, вот это очень полезная комната. Сейчас вы узнаете, почему. Вот так я бы сделал. О, как. Давайте еще раз. Офигеть. И такая маленькая охрана в Security Station. Я ожидал большего. Ну, тебе повезло, чувак, что у меня ракетомета нет, потому что сейчас бы ты попал. Однако это что-то вот, ну... Вот это что было? Умри. Ну, мне кажется, что он хотел что-то такое суперское выпустить в меня. Я этого избежал, слава богу. 27 уровень у нас, и у нас все МП-гранаты, все еще их больше и больше. Кстати, МП-гранаты повреждают роботов, но... Нановайр! Черт! Какие киберконнекторы! Какие резистент бустеры! Давай, жри все это! Блин, чувак! Нановайр! Их так мало теперь! Композитная одежда! Она у нас есть? Она у нас есть. Но ее мало. Одна штука всего. Ладно, давай еще возьмем, так уж и быть. Они стакаются, слава богу. Убежище из оружия. Weapon World. Wild. Wild. И у нас тут... Enchanter, да? Blunter. Blunter. Что делает Blunter, не помню. Но с радостью выкину киберконнекторы, которых у нас дофига. Чтобы узнать. Итак, Блантер, что ты делаешь? Понижаешь урон? Нет, ты нам такой не нужен. Security Station, давайте запрограммируем его отключить всех роботов. Всего лишь unlock all doors, да? На самом деле это неплохо. Чего-чего там deactivated? You temporarily deactivated all security bots. А, то есть можно ее много раз использовать, и она каждый раз дает какие-то разные эффекты. Понял, принимаю к сведению. Все двери разблокированы, ребята, и теперь можем ходить куда угодно. Давайте тогда сходим вот к тем метасекам, про которые мы забыли. Да забыли уже про тебя, чувак. Так, а тебя вот мы когтями. Тебя вот так. Все, я снова с вами. Это был гигантский чих, просто я вовремя отключил запись, но мне кажется, это было близко. Чоко за антибримы. После этой битвы нашли. Чё, серьезно что ли? Командир. Командир. Окей. Иди сюда, у меня есть к тебе пара дел. О, давай сюда. Эй! Чё у меня радиацию повышаешь? Смотри, сколько у меня радиации, 25. У меня нет никаких модификаций, то есть радиация может как-то мое тело изменить. Шо нафиг? Я не для тебя свой цветок растил. Ой, ну не для тебя тоже. Да сколько же вас?
Много вас. Ну-ка, что тут? Блин, ничего интересного из тебя не выпадает. О, холодильничек. Зачем мне холодильник, если я не курю? А вот зачем. Потому что оттуда всякая фигня выпадает интересная. Ножем. Ну ладно. Экспрессивный холодильник не захотел показать мне свое содержимое. Так, гранат 4. Что ж, я думаю, мы вернемся назад. Видите, комната открыта теперь. Но она не только она открыта. О, неизвестная ловушка, вы издеваетесь. А может это какая-нибудь, я не знаю, зеленая хрень. Как всегда это бывает. Я просто зря потрачу свою жизнь и все. Ладно, но в любом случае у нас теперь... О, чувак, погоди. Нельзя так расходовать свою жизнь. А я вот так могу. Чё у нас тут? Панч Клоу выпал. Ха-ха-ха. Ты тут один, что ли, был? Охранял два пода? Жестоко. Оптика. Ну, нам оптика, конечно, как корове пятая нога. Оптика. Перед нами все двери открыты. Это хорошо. На этом уровне проблем с дверьми не будет. Но мы только половину уровня прошли, даже меньше. Не очень хочется вас этим расстраивать, но по ходу дела у нас ЧП. Огромный клык. Тут у нас кто-то пытается натянуть нас на огромный клык, по-моему, да? Кто-то на этом уровне есть, кто не хочет, чтобы мы дошли до конца, потому что постоянно на нас идут какие-то роботы. И мы же вроде их закрыли, мы же уничтожили все. Но нет, роботы все равно есть какие-то. А, чувствую, что тут было что-то вроде рецепта, но... Я, конечно, просто, ну, мастер скрывать рецепты, мне ничего не вышло. Хотя нет, смотрите, уровень не такой большой. Я попытаюсь снизу зайти, мне кажется, что это будет лучше. Augmentation Bay, нет. Ну-ка, Increase Speed, вот, через это я пройду. Ребят, готовьтесь умереть, что я могу сказать. О, господи, ну вот это буду использовать, пока не закончится, я думаю. Не, ребят. Вот это надо использовать. Блин. Просто посмотрите, как я с ними расправлюсь, окей? Все. И тебе тут 5 патронов осталось. О, чувак, зря ты вышел. Огромный клык. Ребят, так, секундочку. О, отлично. А, деактивируем Augmentation Bay быстрее. На этом уровне очень опасно держать его. Черт. Ну, не получилось у нас сейчас деактивировать. Давай еще раз. Еще раз, блин, еще раз. Есть.
третьей попытки, ребят. И мы уничтожили завод. Правда, в этот раз мы и без особых каких-то таких ЧП уничтожили. Ну смотрите, ну зачем нам ракеты? Ну дропать я их пока не буду, потому что, ну, вдруг гранатомет найдем. Сейчас все может быть. О, так. Что ж, этот уровень мы вскрыли. Идем дальше, постепенно наверх продвигаясь. На этот раз откроем через эту дверь, войдем. Отменно. И у нас снова повышается скорость. Люблю такие ловушки. Что тут у нас? Рад бластер? Не, я совсем не рад бластеру. Не, не рад, не рад. Зря я так про бластер. Зря. Так, это я рад получить. Холодильник. Ну, слава богу, если ты откроешься, я буду просто счастлив. Да, детка. Ну, тебе извини, хлебушек. Ай, опять я забыл применить. И сейчас у меня он не получится. Получилось. Soylent Wildlands. Not bad. Так, давай-ка мы сейчас вот это дропнем. Infinite Food возьмем, съедим. А, я знаю, что тут разрушающие ловушки стоят. Ты меня не проведешь, чувак. Зато я заряжу вот это, автомат, и буду в полной боевой готовности. Сейчас мы ворвемся в это здание. Нет, мы сначала в это ворвемся. Ой, оружейное, нет, я не хочу. В оружейную перепутал дороги. Irritated, чего? Фига у него бластер. Серьезно, мужик. Сидел тут, охранял Augmentation Bay. Ладно. Пофигу. Пофигу. Радиация уровень первый сейчас спадет, да. Радиейшн нормал. О, хитпоинты мои повысили. Их сколько хитпоинтов? 920? Ребят, для сравнения, на безумном уровне сложности тебе дается... Сколько там хитпоинтов, дай бог памяти-то? А, вроде 30 чем-то, что ли, хитпоинтов. Или 60, 60 морпеху, 30 скауту дается. На безумие, здесь 920. Ну, слишком сильный дисбаланс между уровнями сложности. Естественно, проходить значительно просто легче. Но мы обязательно, второй выпуск только хардкор, мы устроим по этой игре, я вам серьезно говорю. И он будет на инсейне. Так, все. Идем дальше. Теперь я готов к встрече с неизвестным. С неизвестным адаптоидом. Да пошел ты уже, а. А-а-а, я понял. Тут несколько ящиков лишние. Видимо, их не может быть так много в комнате. Это же ужасно просто несправедливо. Два. Два патрона для гранатомета, который мы выкинули. Печалька. А мы его даже не испробовали. И вот магнитная пушка. Вот зачем? Вот зачем вот мы Heavy Slug Trower, вот этот вот. Не, ну конечно, я ничего не говорю. Отменная штука, урон наносит больше, чем эта пушка, и на самом деле любого робота с первого выстрела практически сносит. Ничего не говорю, хорошая пушка, но мне магнитная нравилась больше-то. Вот я бы нашел бы ее, и вот еще магнитную, еще раз, чтобы автомат заменить. И все. И делов-то. И мы бы не знали просто усталости. Знали только счастье и бесконечное веселье. Digital интерпретатор. И у нас елки-палки. Надо вот несколько собирать устройств, чтобы комбинировать скиллы. Но, увы, я так делать не буду за морпеха, потому что это морпех. Не хочу за него комбинировать скиллы. И эта работа не для морпеха. Настоящий морпех только убивает и все. Как, например, я.
когда убиваю, тогда убиваю. Блин, что я сказал? Ладно, у нас тут есть, я так понимаю, да, вот бэкпак. Сейчас бы его как-нибудь бы положить по-хорошему. Как-нибудь бы его положить бы, да? He has enlarged my mind. Сканинг, сканинг-анализер нам нужен. Да, нам бы костюм отремонтировать. Тоже неплохо было бы. Нановайры я выкидывать не буду, вы что, это же идеально просто. Вот, DCS Extract дропнуть, Energy Cell дропнуть. Yes, yes. О, там безумец. Четыре вещи еще нужно. Вот это дропнем. Вот это переместим сюда. Так, у нас освободилось, по крайней мере, две ячейки. Надо бы освободить еще две по-хорошему. Так, это перемещаем сюда. Все, теперь надо только вышвырнуть одну. Давайте Energy Cell. Хотя, да, перезаряжать-то нельзя рюкзаки. Молди Брит. Давайте Молди Брит съедим. И, вот так вот, все, это распределили, слава богу. Бэкпак берем. Идем дальше. Так, протеин ларч. А, у нас это последний остался. Последний, исключая вот эту комнату, куда я пройти, ну просто не хочу, то нам ловушка неизвестная. Все, да, последняя комната. И, судя по всему, нам просто не нужно уже. А, это безумный ученый, ну. Corrupted Doctor. Коррумпированный доктор. Они все такие коррумпированные, на самом деле. Как бы это дико не звучало, но это так. Давайте. Ну а теперь мы разберемся своими силами. Да ладно. Смотрите. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну и все, кончились патроны, поэтому добиваем. Ладно. Главное, что Augmentation Bay не тронут. Это хорошо. Да, элемент X. То, что надо. Ну и Augmentation Bay изучаем. И переходим на следующий уровень. Я думаю, мы даже часть следующего уровня захватим. Не знаю, как это будет все проходить. Натуральная броня вырастает. А, вашу кожу, короче, укрепляет. Ну вот армор, да, он вырос. У меня мой истинный армор вырос, который был первоначально. Ну что, неплохо. Сейчас мы отправимся вниз. Узнать, какие же супостаты нам что приготовили. Но для этого зарядимся. Ну да, почти все нормально. Фух. И сразу же нас так классно просто встречают наши верные MedSecurity Bot и Hiver Commander, на которых не жалко буквально вот этого всего. Чувак, на тебя и автомата не жалко. Ну, а зря ты близко подошел. Спаркер и Хитин. И они нам не нужны. Ура! Так, это что у нас? Хранилище. А тут может быть все что угодно. Кстати, опять же, зеленая ловушка.
Надеюсь, эта зеленая ловушка не уничтожает, а повышает какую-нибудь скорость, да? Но я не буду пытаться, господи, как же я не хочу пытаться. Смотрите, неужели этот уровень еще меньше? А, нет, он такой же, такой же. Секунду. 6. Открываем, что ли? Ну, слава богу, мы сейчас выйдем отсюда. Смотрите. Нифига себе, рад. Нифига себе. Это что еще за чертик? Какой-то чертик здоровый. Кто это вообще? А что он делает-то? Ладно, давайте изучим вот эту часть верхнюю. О, Zeta Locked Door, класс просто. Ну, я лучше через эту зайду. Через Zeta зайду, блин. О, как мы зашли. Вы только посмотрите, кто тут. Два засранца сидят. А ты кто, чувак? Сыр не хочет браться. А, ладно, давайте вот так. Living Steel Remnant тоже не хочет браться. О, и наконец-то нам предлагают выбрать, что же починить. С одной стороны вот это, с другой стороны вот это. Как же жить? Как же быть? Давайте броню. Все-таки броня нужнее. Да, я думал, его хватит, как тогда, на два раза хотя бы. Чего же он так-то? Исчерпал свой лаймит. Итак, снова же убежище открываем. Оружейное хранилище. И тут у нас выпадает флеймер. О, чувствую, это будет весело. Флеймер. Флеймер вроде у нас как огнеметчик, да? Огнемет, огнемет, чуваки. Так что дропаем. Дропаем и берем флеймер. Что это такое, флеймер? По сравнению с этой пушкой, у него дэмэдж на один больше. А по сравнению с этой пушкой, у него точность больше. Дэмэдж. Фламер, ну давайте экипируем. От чего у него идут патроны? Явно не то, что я думаю. Это какие-то другие патроны, да? Давайте сейчас вот протестируем. Да открывайся ты. Господи, ну... Ха-ха-ха-ха-ха. Класс. Да я хочу дотратить все патроны. Не, какая-то фигня. Посмотрите. Да ну. А в патроны что, что идет вообще? Какой-то огонь, что ли? Или чего, спартанский? Не понимаю. Блин. Офигеть. Да сколько вас? Вы что, все повыходили из каких-то своих убежищ, что ли? А-а-а! Как вас много! Умрите все! Господи, ну и ну и... Да хрена же! Офигеть. Даже Файнус уже повысился. Ну, доста его вкачаем просто и все. Так, мили повышаем. Вторых, Heal Weapon, SLT Weapon, Armor Weapon и Pistol. Ну, да, ладно, ладно.
Я сглупил, я не так немножко повысил, как хотел. Ну да, мы зато все собрали. Нет, это какая-то фигня. Да откуда вы идете-то? Вы что, со всей карты, что ли, сюда идете? Они со всей карты сюда идут, прикиньте, ребят. Ладно, слушайте. Фигня это какая-то. Дроп. Логические цепи, ну, они уже даже не влезают. Клоу этот, ну, тоже не влезает. Я подберу чиз и, пожалуй... Чокозантибри. Даже не знаю, какой из них съесть лучше. Композитный клоуз. Давайте вот так сделаем, потому что не хочу ни тот, ни другой. Мне просто интересно, какой из них в крафте участвует фондю звездного. Потому что мы фондю ничего не делали, скорее всего, сделаем. Да господи! У вас что там, я не знаю. Рай роботов, что ли? Да откуда у вас столько? Хорошо же нас встретили на этом уровне. Только вошли, а уже выйти не дают. Импа-граната. Импа-граната. Так, дропнем, дропнем. Нановайр не хочется. Давай Heavy Claw дропнем. Он даже не участвует в крафте отмычек. Нам он совсем, вот, ну никак. А это у нас improves, повышает точность. Окей, кому мы там хотели повысить точность в обмен на... Чё тут? А, этому Penetration, а этому... Этому все, это уже круче. То есть единственное, что осталось повысить нашему Heavy Cannon, это Penetration. Повысим Penetration ему по сравнению с импульсной винтовкой, и все. Ребята, это будет идеальная пушка, вот эта вот, по всем параметрам она будет лучше. Единственное, что мне не нравится... Она стреляет сразу несколькими. Хотя это, конечно, хорошо, но крафт у них дорогой. Она стреляет сразу кучей таких патронов. Единственное, что могу сделать, разрядить ее, чтобы побольше патронов здесь было. И выкинуть. Все. Но что вот это мне нравится больше. Один ее выстрел сражает на повал хомяка. А два... Ну... А два... Берегись, город... Так, rifle rounds. Я что-то не понимаю, что мне выкинуть. Митохондрия опять гигантская. Poison gland. Ха-ха, вот это дропнем. Ядовитые гланды. А что, кстати, я дропаю-то? Да, действительно, тут тупизмом занимаюсь. Так... Heavy Slug Traveler повышает у нас точность. Значит, если я точность 45, точно 60. Если я этому точность повышу, ну я этому хочу повысить точность. Мне, в принципе, нужно. Requires... А, во! Для использования Heavy Cannon требуется вот этот костюм. А для использования вот этого костюм не требуется. То есть, фактически, они одинаковые самые сильные пушки. Но этот с костюмом хорошо идет, а этот без костюма. Я, конечно, понимаю, что супер-морпех должен ходить с таким костюмом, с такой пушенцей, конечно, выносить всех просто подчистую ей. Но, блин, кто мне заплатит за патроны? Где ей? Я давно не видел вот... чтобы выпадало что-нибудь для этих патронов, поэтому извини. Пушка, но я тобой пользоваться, ну, не буду. В крайнем случае, конечно, если уж совсем припрёт к стенке, туча роботов просто на меня найдет, я просто вас всех отправлю в ад этой пушкой. Но до этого момента... Нет, извините. Импульсная. Импульсная. Вот я импульсный стреляю часто. Куда я могу? В импульсную, в Heavy Cannon и в Slug Traveler. Heavy Slug Traveler. Редко, но больше я стреляю импульсный, поэтому повышу-ка я импульсную. 55.
Вот. Ну и penetration, конечно. Я бы и сюда бы accuracy, ну. Давайте точность, я бы сюда вставил, точность. В следующий раз сюда ставлю, на penetration, ну. Пусть эта пушка и это будут равны по penetration. Penetration 140 это слишком много, ну. Как бы это на таком уровне сложности не требуется. Настолько крутые penetration. Все, идем дальше. Без болтовни. Логически циркулирую. Чувак, ну ты знаешь, что кидаться нехорошо, вот. Да, кидаться нехорошо, точно. Гигантская митохондрия. Кидаться нехорошо, но все всего почему-то кидаются. Интересно, почему. Фотоник амплифайер. У нас уже есть, по-моему, фотоник амплифайер, да? Нету? А, мы же все потратили, наверное, тогда еще. Ну, господи. Это плохой сюрприз. Если вы хотите сюрприз для меня устроить. Торнахнух. Ну, блин. Тест subject. Интересный subject. А что он умеет? Бинты. Бинты люблю. Ура, у нас есть бинты. И на радостях я... Класс. Так, о, Repair Hub. Давайте. Хотя нет, это не Repair, перезарядка. Ну, перезарядка нам-то зачем? Ребят, 20, какой уровень? 28 уровень уже. Скоро босс. Если мы до него дойдем. А мы до него дойдем. Increase speed? Нет, increase не speed. Офигеть. Вот это комната. А, Виапон еще один баут. Нет, ребят. Знаешь что, иди нафиг, я не тебя жду. В засаде. О-о-о! Сколько лет, сколько зим, чувак. Кибернетический медведь. Давайте я тебя испытаю. О, господи, что я тебя испытаю? Да? Ну ты сам себя ранишь. Но все-таки выгоднее, наверное, было его с расстояния завалить. Ну ладно. О, консолька, сейчас поиграемся с ней. Но для начала я открою оружие. Чувак, ты знаешь, ты не сможешь меня убить, потому что я знаю, как с тобой расправляться теперь. Он что, пол что ли долбит? А, это был не пол. Так, окей, сейчас заряжу еще раз. Давайте. О, не, 59%, ну, надо попытаться. Она хотя бы не взорвется. Ого. Мы отключили все охранные. Всех роботов, в общем, охранных. Это неплохо. Неплохой результат. Да блин. Давай, умри, пожалуйста. Еще раз.
Вот, теперь понятно. Все, отлично. Так, а теперь я собираюсь вручную зафигачить. Нифига себе, как он дамажнул. Нифига себе, осторожней, осторожней. Офигеть. Так, окей, тогда я автомат использую. Раз, два, три. Как мне дамажнули-то? Давайте посмотрим. Нифига себе, вот считай, вообще не починил костюм. О, десятку сняли. Десятку, серьезно. О, ну тут немного сняли, здесь десятку. Охренеть. Ну, а тут... Ну ладно, в принципе, ну не сильно покорежен. Пережить можно. Ну что ж, на этом, пожалуй, я с вами попрощаюсь, потому что скоро мы уже доберемся до конца. Мы исследуем вот тут все, всю вот эту вот часть, найдем выход на 29 этаж. Скоро конец, ребят, поэтому смотрите, наслаждайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока и удачи!